Всем привет, с вами Сам. Сегодня я расскажу про диджея из Казахстана, который завоевал Грэмми за лучший ремикс года. А перед началом видео подпишитесь на мой канал, поставь лайк, приятного просмотра. 20-летний диджей из Казахстана Ибанбек Зиякенов, известный как Ибанбек, завоевал Грэмми за ремикс композиции «Roses» американского рэпера Сейнт Джон. Ибанбек Зиякенов – непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зиякеновым, собрал в YouTube 1 000 000 просмотров и вошел в пятерку рейтинга US Billboard Hot 100. Вот впечатление автора трека. Ремиксер-продюсер. Диджей, который микширует запись, действительно дал ему новую жизнь. Он заслужит аплодисментов. Я имею в виду за настоящий. Он из, если я не ошибаюсь, я думаю, он из Казахстана. Только в 2019 году, сразу после выхода ремикса, его никто не слушал. Но потом одна группа ВКонтакте выложила себя в группе ремикса Ибанбека, то он сразу потом начал взлетать. И во всем ТикТоке была эта песня в рекомендациях. Spotify заплатила Ибанбеку 4 миллиона долларов. Основная часть церемонии вручения учрежденной Академии звукозаписи США награды Грэмми состоялась в понедельник. Благодаря одному ноутбуку и 2 часам работы он сделал ремикс, который послушал весь мир. А вот чем он раньше занимался. После полной остановки, да, я закрепляю тормозным башмаком. Что вы думаете насчет Ибанбека? Напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.